Вингардиум Левиоса. Так, стоп. Нужно говорить только Левиоса, а не Левиасар. Всем привет! И сегодня мы снимаем видео из серии Back to School. Покупки канцелярии к школе. Канцелярию, которую мы вам покажем, мы заказали с вот этого вот сайта. Называется Лилка, либо же Лилко, сами не знаем, извините. Там продается разная канцелярия, а также просто милые вещи. Но самое главное, там нормальные цены. Поэтому мы не смогли пройти мимо. Поехали! Давайте для начала посмотрим, как мы распаковывали эту посылку. Эту посылку, нам сразу в глаза бросился вот этот ежедневник. Это был подарок от этого сайта. Мы очень удивились, так что спасибо этому сайту. Мы с Ульяной заказали вот такие вот бутылочки для напитков, так как сейчас лето, и мы не смогли их не взять. Мама, у меня вот такая вот бутылочка с арбузиком, а у меня вот такая вот с лимоном. Крышка тут такая добротная, как на термосе, с силиконовой петелькой. Мила заказала, я посмотрела, потому что по цене действительно за такую нормальную бутылку хорошего качества. Это очень дешево, поэтому я тоже себе заказала. Не хотела тратить Камилу, поэтому заказала с лимоном. В принципе, там есть еще с ананасом и с Питайи. Бутылки, если честно, мне очень понравились. Небольшие косячки, ну их даже не видно. Обращать на это внимание не стоит, поэтому советуем. Не для горячих напитков, естественно, то есть они треснут от них или сплавятся, поэтому будьте осторожны. Стоили по 349 рублей. Сейчас, что я заказала? Я даже думала, заказывать это или нет, зачем она мне нужна, но потом я вспомнила то, что как бы маме она пригодится, потому что у нее много документов. Я купила себе вот такую вот папку. Её вот папка, она такая вот очень яркая, летняя, мятная такая. Папка уголок, думаю, всем пригодится. Она стоила 79 рублей. Я заказала себе такую тетрадку-блокнот с вишенками, cherry jar. Внутри линеечка, желтые листы. Я сказала внутри линеечка, потому что там действительно внутри линеечка. И сзади, и в конце большие картинки с надписями. Cherry Journey написано. Довольно толстая, мне очень понравилась, стоила 110 рублей. Я тоже покажу такую тетрадочку, такого же размера. Тут листов меньше, чем у Камилы, такая тоже очень весенняя, как бы милая, девчачья. Приятная, кстати, на ощупь, мне очень понравилась, стоила она 79, по-моему, рублей. Здесь точно такие же листы, обычная тетрадка, я довольна. Заказала такой маленький блокнотик для своего брата. Идет на кольце, что не очень удобно, потому что листы вот так вот перемещаются. Но кольцо расстегивается, здесь 170 листов, и на обложке какое-то странное пятно, похожее на кровь. Листы здесь не линованные, стоил он по скидке 30 рублей, поэтому я думаю, что с такой блокнот это более чем дешево. Следующий блокнот я заказал не для брата, а для сестры. Заказал такой блокнот, он на пружинке, очень красивые виды там. Вот такой блокнот, листочки тоже желтизной такой. Он хорошее качество, претензий нет. Стоимость его 250 рублей, возможно, это чуть-чуть дороговато, но хотя качество нормальное. Далее у меня пойдут наклеечки. Я заказала вот такой вот милый наборчик. Здесь 9 листов, неожиданно для меня 3 бумажных и 6 глянцевых. Он сделан в таком как бы деревенском стиле. Также здесь есть листы с всякими кружочками и милыми принтами. Стоил 179 рублей. За 9 листов, в принципе, нормально. Давно его хотела, он очень милый и очень мне нравится. Следующая вот такая вот тетрадка у меня. Стоила 165 рублей. Нормально, думаю, стоимость. Я не ожидала, что она будет такая большая. С котами, даже собаки, по-моему, есть. Листы желтизной. Такая большая тетрадка, очень удобно писать. Конечно же, это не в школу, понятное дело. Классные принты, долго думала, какую же выбрать, все-таки взяла эту. Класс.
Следующий набор наклеек выглядит вот так, стоил 99 рублей. Он идет с такой как бы бабочкой, которая снимается. 4 разновидности листа, и они повторяются по 2 раза, того здесь 8 листов. Здесь изображены разные милые принты, и в них как бы вырубка. Допустим, здесь красная полосочка, и в ней вырублены наклейки в виде сердечек. Они очень милые, мне кажется, подойдут идеально для какого-нибудь ежедневника, так что всем рекомендую. Я тоже покажу наклеечки, стоили 79 рублей. Тут 6 листов, очень, очень много всяких разных. В принципе, такие листы и очень-очень много наклеек, я думала, это нормально. Качество, в принципе, тоже порадовало, поэтому советую. Последние наклейки – это вот такой лист, стоили 30 рублей, грех было не заказать. Они, кстати, довольно популярные, ёмные, но в то же время не сильно, со всякими разными животными – пандочки, коровы, зайчики, львы, котятки. Они такие маленькие, опять-таки, для всяких ежедневников, оформлять письма, думаю, очень хорошо будет выходить. Такую цену смело могу вам рекомендовать. У меня тоже это последние наклейки, чем-то они тоже похожи, вот такие вот очень-очень маленькие, это совушки такие, очень маленькие. Они как бы чуть-чуть смахивают на выпуклые, но в то же время и нет, поэтому я даже... Плоские. Вот когда трогаешь, вроде бы плоские, когда такие не плоские. Ну как-то странно, они сделаны так вообще, как будто плоские, точно, да. Они плоские, они такие очень-очень маленькие, опять же, в какие-то ежедневники, что-то пометить, немножечко украсить, в общем, подходит. Стоили они 49 рублей, но они были без скидки. Вот, но тут очень милые, как знаете, мы с Камилой очень любим совушек, поэтому не могла не взять. Я заказала себе вот такой блок разных отрывных листочков. Их здесь 5 штук, они довольно маленькие. И, собственно, они с принтами, которые изображены на коробочке. Здесь есть лягушка, зайчик, речка, лев и пандочка. Очень милые такие, пастельные, неяркие. Так что могу вам рекомендовать. Стоили 105 рублей, мне кажется, для такого количества. Еще и коробочка. Это довольно неплохая цена. Кстати, тоже хотела заказать, но, видимо, не положила в корзину. Поэтому сначала расстроилась, но потом посмотрела, что, видимо, забыла. Если честно, я, правда, думаю, что они чуть больше будут. Следующий товар тоже заказала моя сестра. Это вот такой вот чехол. Сначала был написан на 6, но потом оказалось то, что и на 5 тоже есть. Тут как бы надписи всякие, hello, что там только нет. Я думала, что он пластмассовый, но оказалось, что он силиконовый, такой тоненький силикон. Очень приятный на ощупь. Стоил он 179 рублей. Не знаю, как вам, сами решайте. Мне понравилось. Далее покажу 3 упаковки стикеров по 60 рублей. Первые с такими кошачьими лапками. Кто смотрел наше видео о покупке сайта AliExpress, знает то, что я хотела вот такие вот стикеры с бантиками. Они очень красивые, пастельные. Немного даже символичные для меня. Очень-очень милые. Качество, собственно, как и у всех таких бумажных закладок. Вот такой очень-очень классный набор. Также выполнен в всяких пастельных, мятных, розовых цветах. Он идет со всякими конфетками, леденцами. Также здесь есть какой-то аппарат с жвачками. Когда их увидела, просто влюбилась и не смогла пройти мимо. Вот эти 2 пачки точно могу вам рекомендовать. А насчет этой не знаю, выбирайте сами. Я тоже покажу стикеры. Вот такие вот. Не со слоненком, в виде слоненка. Туда просто можно записывать, что хочешь. Нет, что хочешь. Стоили они 49 рублей. Я заказала себе вот такие стикеры. Опять-таки в моем любимом сочетании. Они в виде чайника с цветками. Я думала сначала, что это лейка. Их здесь довольно много. И они большого размера. Стоили по скидке 49 рублей. Очень понравились. Могу вам рекомендовать смело. Следующее, что я вам покажу, это вот такой вот стержень для гелевой ручки. Он 0,3 миллиметра, вот такой вот красивый, там был, видимо, рандомный выбор. Очень понравилось, как он в работе, я еще не пробовала, но он 20 рублей, ради вот такого красивого принта советую. Покажу вам вот такую вот ручку, шариковую синюю, с короной силиконовой. К сожалению, она какая-то грязная, но, надеюсь, отмоется. Пишет нормально, собственно, самая обычная ручка, только такого милого принта.
как будто вы королева. Следующее, что хотим показать, это вот такие вот ластики. Они такого очень милого цвета. Камила распаковала. У нас одинаковые цвета, но разные вот эти бумажки. Мне кажется, это очень удобно, потому что пластик не будет пачкаться. Мы проверили, они хорошо стирают. Стоили они 49 рублей. Я заказала такой комплект, можно назвать. Карандаш с короной. Я такую же ручку заказала себе. Выбрала в голубом оттенке. И тут какие-то милые золотые бантики. Честно, я не понимаю, как обращаться с ними, как туда вставлять стержни, потому что я раньше как-то так брала, откручивала, таким образом сломала 4 карандаша. Надеюсь, с этим будет все хорошо, потому что качество у него просто отличное. И также вот такие вот для него грифели. У меня дома они есть, но решила тоже заказать. Они с такой удобной защелкой, со львенком. Обычные тоненькие грифели для механического карандаша. Вот это стоило 79, а это 20. Также заказала такой миленький карандашик в горошек. Он стоил довольно дорого, мне кажется, 49 рублей. Но очень милый, так что кому не жалко, можете заказать. И последние наши покупки, которые мы хотим для вас показать, это вот такие вот скотчи всякие разные. Конкретно закупились, они стоили очень дешево по скидкам. Как только мы открыли, мы были шокированы, потому что мы думали, то, что они в два раза меньше, но оказалось, то, что они очень большие, там хорошая намотка. 30 рублей – это очень-очень дешево для таких скотчей. Такие вот три скотча – это у меня как бы машина, багаж, то, что там самолеты, в общем, такая поездная. Скотч с всякими разными цветочками, еще скотч с такой Эйфелевой башней, еще с чем-то, если честно, я даже не могу разобрать, что там нарисовано. Последний скотч, он стоил 50 рублей, и посмотрите, какой очень маленький, намотки там в два раза меньше, чем предыдущих скотч. Классный принт, звезды, как я и люблю. Я заказала 4 скотча, все они стоили по 30 рублей, и я просто безумно ими довольна, потому что это очень дешево, намотка здесь большая, наверное, 10 метров. Так что если вам... Понятно, да, молодец. Что если вам нужны бумажные скотчи, то скорее заходите на этот сайт. Это такой розовый скотч, на нем написано Love and Peace, любовь и мир. Следующий скотч в розово-белую полосочку. Такой светло-голубой скотч со светло-фиолетовыми звездочками. Их здесь еле-еле видно, но он очень нежный. И последний скотч, последняя покупка, вот такой вот с домиками. Мне кажется, для личного дневника это просто супер, идеально подходит. Что вот все мои скотчи, я безумно ими довольна. Если бы я знала, что они такие большие, такие крутые, я бы заказала намного больше. Думаю, за 30 рублей вы нигде больше такого не найдете, так что если вы нуждаетесь в бумажных скотчах, скорее заходите на сайт. Это были все покупки с этого сайта, ссылочка на него будет в описании, заходите, пока там скидки. Ассортимент там часто меняется, что-то уходит, что-то приходит, но мы действительно вам советуем, потому что очень милая канцелярия. Это лучше, чем лазить по Алиэкспрессу и искать там продавца, где дешевле, где дороже. Если вы не любите Марокко, это было все. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал. Пожалуйста! Будут еще видео канцелярии. И всем пока! Ох, выгрубай! Выгрубай! Выгрубай!